Давайте без инструкций. Просто выбираем СВУ. Подальше, наверное, нужно отойти. Ну и, собственно, взрыв. Светопредставление. Все. Поехали на завод. Вышку трогать будем? Или оставим пока? Давайте без вышки. Кирпичный завод. Люди Ирака приедут сюда. Сложности ни к чему. Ладно. Уберу этих убийц из засады. Ирак узнает, бедбак поднимется. И тогда он мой. Заброшенный. Надеюсь, камеры еще работают. Видите, на мини-карте у нас зона. Надо получить доступ к этим камерам. Пирс, ты не взорвался? Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. Круть. Да, все понятно. Еще и СВУ. Мерси. Сюда. Да, время есть еще у нас. В принципе. Вот здесь следы от шин. Так, давайте на ту сторону быстро. Быстро, 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 быстро. Еще можно изготовить. Меня это радует. Тут, наверное, тоже у нас... Что, машина будет? Приедет. Время есть. Так, точно. Ладно. Заныкаемся наверху, также заминируем сейчас подходы. Давайте вот сюда. Это у нас боеприпасы. Здесь, наверное, заминируем тоже. Ну, знаете ли, на всякий случай, я думаю, будет полезно. Ну, пусть где-нибудь здесь. Так, СВУ или... Ну, давайте по максимуму сделаем так. Плюс еще можно будет несколько осколочных сделать. В принципе, неплохо получается. Ладно, ждем прибытия. Хотя фиг знает, может быть, тут лучше находиться. Итак, Вайс-Ройс на подходе. Позицию мы уже заняли. Вон, видите, едут автомобили. Да, два автомобиля. Один с левой стороны, другой справа. Ух, там серьезный автомобиль. Здесь поменьше. Обалдеть. Сразу тогда, наверное, всех отсканируем. Сейчас я камеру использую для этого. Отлично. Тут у них сходочка. Так, ну что? Не зевай, бэтбак, на подходе, чел. Блин, босс решил завалить Би? А тебе-то чё? Не был бы он бабой, остался бы жив. А вы поменяйтесь. Например, ты за бабу, а Би будет крутым и живым. Да иди ты в пень! Просто жаль, жерде! Ха, а вот теперь надо устранять. Ну что ж. Нет!
Сейчас этот взорвется еще. Это чтобы никто никуда не уехал. Отлично. Но теперь другая проблема. Так, давайте сюда закину подальше. Лови! Эх, промахнулся. Ну, надеюсь, докину. Я не понял, они меня типа не увидели, что ли? Так, все, наверняка услышали. Круто. Но самое интересное, меня, наверное, они все-таки не видят еще. Так, зря я. Так, прячемся. Yes. Опять я переборщил. Ладно, пусть идет. Че, кто-то кого-то вызывает? Давай, 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 сюда, все правильно. Тут СВУ у нас как раз. Пошли, наверное, меня искать. Так, давайте я для профилактики еще туда одну закину. Ну что, осталось СВУ? Так, точно. Вот этот может подмогу вызвать. И, конечно, его надо в первую очередь снять. Видите, я не могу отсюда. Немного неудобно получается. О, yes! Неужели я не разобрался с ними? Ну всех же завалил. Блин, грёбаная подмога сейчас будет. Yes! Следующие! Ну когда они будут заходить? Это пешка у нас? Пешка! И где-то еще один тусуется. Я думаю, что на этом будет все. Обезвредить-то, интересно, могу? Хотя бы как-нибудь взять можно. Это очень неплохо. Идет, 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 идет. Ну, здесь то же самое будет. Все. Всех людей устранили. Где мобила? А, вот она. А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Чуть-чуть? Эй, есть кто живой? Слышите? Да ё-моё! Так, у нас проблема. Входит. Настучит Ираку. Тогда битбагу конец. О, мотик есть. Погнали, погнали. Сейчас догоним. Ну, вы знаете, может быть даже плохо, что не автомобиль, потому что
сложнее так его будет убрать. Но сейчас мы его нейтрализуем окружением, стараемся это сделать. Похоже, получилось. Сделали. И теперь добраться до Бэтбага. А машина будет взрываться? Так. Момент. Кто-то там кого-то высматривает. А ну-ка. Давайте отсюда посмотрим. Ну нет, там машина просто дымится, навряд ли взорвется. Поэтому не будем переживать за нейтрализованного. Наверное, он не умрет. А где у нас Бэтбаг? Мы должны с вами сразу же отметить это место. Вот он здесь у нас находится. Окей. Да, быстро удалось этого догнать, но вот как раз с помощью паровой трубы. А если бы не прокачана была способность, там пока дождешься светофора или другого подходящего момента, в общем, меньше было бы возможностей, чтобы его притормозить немного. Так, тут мне... Ну, автомат есть... Я так блэкаутом-то и не пользовался особо. Надо будет как-нибудь попробовать. Но лучше наверняка в темное время суток это делать. Еще километр. Ну, блин, на всю кажущуюся быстроту этого мотоцикла едем как-то мы медленно. Они что, меня в коробочку, что ли, зажимали? Надо обновить, мне кажется, автомобиль. Еще километр. Целый километр пилить. Но возможный плюс мотоцикла как раз легкость погони за кем-либо. То есть, видите, я тут даже в плотном потоке могу очень хорошо, неплохо маневрировать. Это безусловный плюс. Так, ну почти. Кстати, зачем мне Blackout сейчас? А зачем мне СВУ? А, СВУ мне... Затем... Так, я неплохо поднял Бэтбагу репутацию. Теперь надо его слегка припугнуть. Шантаж, думаю, как раз то, что мне нужно. Я дал... Но я могу и отобрать. Аккуратно преследуем. Помните, трансформаторы прокачивали? Вот как раз их взрывать можно. Наверняка взрыв будет большой. Так, позвонить Бэтбагу. Это типа еще надо поближе подобраться, наверное. Сейчас попробуем. Чего это он? Пока ждет. А, вот и звоночек сейчас будет. Не вешай трубку. Что за черт? Чувак, ты кто? Я сам по себе. Есть одно дело. Но его Тайрон не потянет. Нужен Бэтбаг. Услышимся. Что это? Что за хрень? Кто-то меня пасет. Все трупы. Вы заберите меня отсюда. Да ты больной. Что ты несешь? Да он изменит. Нет, стой. Нет. Черт. Взломать терминал, чтобы показать компромат. Давайте сюда. Сейчас я не только терминал еще взломаю. Что за херня? Нет, хватит. Забей на Ирака, обо мне думай. Что у тебя? Нет, ни за что. Ирак убьет меня. Да? А
что он сделает, когда увидит это? Еще показать? Нет! Удали это, прошу! Ну, будешь послушным бесиком. Удалю. До связи. Ирака, обо мне думай. Кажись... Все, свалил. А этого я не успел сломать. Yes. Расходный материал у нас есть. Ну, давайте глушилку сделаем. Плюс 1000 опыта. Наверняка репутация повысилась. Будем читать эти смс-ки.